участник, спикер, это Александр Малашко, правильно? Удаление. Малашко. Малашко, хорошо. Есть кашка моей фамилии, кашка Малашко, все эти знают. Директор ЗАУ, управляющая компания «Просто». «Просто», да. Это аббревиатура профессиональной системы технического обслуживания. Ну, вот вам все детали. Да. Здравствуйте, рад вас видеть в этой компании и что пришли послушать немножечко теории, скажем так, которая вся была опробирована на практике. Когда мы говорим про зарабатывание денег, есть маленький вопрос, что мы забываем о том, что зарабатывание денег – это определенные законы, которые, в общем-то, существуют. И самое интересное, нарушая эти законы, мы обязательно приходим к маленькому пониманию того, что за это все надо отвечать. Можно использовать потом массу инструментов, про которые вы сегодня слушали, и это здорово, но чаще всего, точно как раз работает моя компания, это что делать, когда вы только начали, и на самом деле у вас не все хорошо. И когда оно закончится, что с этим делать, когда вы выберетесь с этого и так далее. Тем более потом начинаются рассказы, вот раньше потребители были другие, покупательская способность была другая, мотивация другая, ну, государство мешает, ну, все знаете эти, в общем-то, отмазки. На сегодняшний день хотел бы вас спросить, а вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле весь бизнес действует по некой простой, понятной формуле? Любой. По какой? Никогда не задумывались. Я его называю, эту формулу, основная формула бизнеса. Нет? Доход минус расход равна прибыль. Встречались таким? Конечно. Но самое интересное, чаще всего не задумывайтесь, что на самом деле для того, чтобы ваш бизнес жил и процветал, надо решить всего лишь две задачки. Две. Не 100, не миллион, не 1000, а всего лишь две. Это сделать так, чтобы ваши доходы увеличивались, а расходы стремились к нулю. Больше задач в бизнесе на самом деле нет. Есть вторая основная формула бизнеса, но это формула богатства, это когда уже как сделать так, чтобы ваша компания была действительно богатая, была активом, и вы получали удовольствие от ее владения, и сегодня мы ее рассматривать не будем, хотя она такая же простая, как и эта. Соответственно, когда мы написали доход минус расход, то, вы же понимаете, можно сделать график зависимости, как будет развиваться ваш бизнес. А дальше график жизни товара, вы знаете? Это S-образная кривая, в книжках, в умных, что написано. И когда я ее в книжке первый раз увидел, я так не понял, чего она там была нарисована. Но как только вы вносите в график координат, он начинает приобретать другой смысл. Здесь, соответственно, доллары будем писать или бины. Ну, давайте мы в Беларуси напишем бины. Вот, это, соответственно, время. Есть маленькая неприятная вещь. Как только вы начали проект, вложили первую денежку, вы сразу попали. Потому что этот график о чем говорит? Что до определенного момента. Ну вот это если возьмем Т нулевое, до вот этого момента, Т1, вы в принципе будете в глубоком минусе. Могу вам показать почему. Доходы сколько? Ноль. Расходы будут стремиться, притом это я пишу, вот здесь они, расходы, стремятся к плюс бесконечности. Соответственно, ваша прибыль будет стремиться к бесконечным убыткам. Потом есть точечка Т2, которая уже доходы больше нуля, расходы стремятся к плюс бесконечности, в конечном итоге вы все равно получаете убытки. Есть вот эта замечательная точка Т2, которая как называется? Кто-нибудь знает? Точка безубыточности, да, великолепно. Точка безубыточности. Когда я эту точку еще называю, хороший повод напиться.
И когда-то Константин Журавский, когда мы с ним, который выступал чуть раньше меня, он подарил хорошее название, которое я у него честно спионерил, как называется вот это пространство, которое мы вот здесь вот оказываемся. Он назвал это «Долиной смерти». И вот основная масса предпринимателей ныряет в эту долину смерти. Ну и можете представить, пустыня, черепа, там кактус какой-то где-то растет. Мы все бродим, ищем оазис, вот, а его, к сожалению, нет. И как выбраться с него, непонятно. При этом парадоксальные вещи, которые, я вам еще раз говорю, как только вы понимаете, как развивается ваш бизнес, вы приходите к пониманию того, чего не надо делать в долине смерти. В долине смерти любой доллар, вложенный в это время, это забивание гвоздя в ваш бизнес, в крышку гроба вашего бизнеса. А с чего начинается чаще всего проект? Надо найти финансирование. Чем больше денег мы возьмем, тем круче у нас и будет, инвестиции. Нам необходимо побольше денег, как этот, не основной, как стартовый капитал. Вот бред сумасшедшего, это что надо стартовый капитал. На самом деле, действительно, инвестиции нужны, но тогда, когда вы будете строить завод, ну, по производству самолетов, например, тогда надо на закупку основных средств, да, действительно, надо инвестиции. Но в основном все, что, чем вы занимаетесь, инвестиции должны быть ноль. Потому что если вы получите хоть один доллар, вы тупо перестаете хоть что-нибудь делать. Поэтому очень сильно рекомендую, я это просто могу показать вам сейчас, как это работает на графике. Соответственно, если я сюда добавлю плюс 1 доллар, то что произойдет с этой точечкой? Она начинает смещаться вот в эту сторону. Логично. Соответственно, график становится вот таким. Вот таким. Соответственно, точка безубыточности с каждым долларом сдвигается по времени, удаляет вас от цели. Поэтому, если вы хотите загубить свой бизнес, обязательно одолжите денег у банка, еще у кого-то и вложите в свой бизнес. Тут я просто не договорил это, я же говорил, времени маловато сегодня. Тут есть еще точка Т3. Точка Т3 – это возврат инвестиций. И каждый раз, когда вы будете заниматься своим делом, вспомните о том, что вы инвесторы. И для инвестора самая главная задача – это вернуть свои деньги, пардон, взад, а не то, чтобы их туда впихивать. Основная масса предпринимателей, с которой я встречаюсь, они очень хорошо осваивают, желательно, чужие деньги. Когда чужие заканчиваются, они начинают осваивать свои, потом голодают, потом к ним приходят судебные исполнители. Поэтому еще раз заметьте, что как только вы сэкономили 1 доллар, стрелочка сместилась сюда, это сместилось сюда, и картинка стала совсем другая, гораздо веселее и приятнее. Для того, чтобы знать, где вы на сегодняшний день находитесь, самое важное – это правильный учет. И сколько бы я ни говорил о том, что, к сожалению, основная масса вас не училась до 4 класса в школе, это легко проверить, вот. Потому что чаще всего сталкиваюсь и задаю простые вопросы. Например, ну, не буду даже проценты брать, потому что я понимаю, что для основной массы сказать, сколько будет в деньгах 20% от 100 долларов, это очень сложная задачка. Вот. А когда мы говорим про учет, то на самом деле это сложить, вычесть. И тут выясняется, что если у вас доход за сегодняшний день 1000 белорусских рублей, 735 было расходов, то очень сложно посчитать прибыль. Соответственно, то, чем на сегодняшний день занимается компания, ЗАО, управляющая компания «Просто», совместно с компанией «Учеткин», которая будет выступать следующей, было создано простое, понятное средство, которое вам в каждый момент может подсказать, а где вы на этом графике находитесь. Ну, потому что если вы вот здесь, когда мне говорят, что миллион долларов – это очень важная штука, я говорю, это смешно. Потому что если вы находитесь в пустыне, и представьте, вы там уже день шли, солнце, уже обезвоживание, и тут стою я.
в одной у меня фляга с водой холодненькой такой, вот, а в другой чемодан с миллионом долларов. Притом идти еще неизвестно сколько. Вы что выберете? Конечно же, чемодан с миллионом долларов. Потому что скучно без него в пустыне оказывается. Вот. Поэтому я всегда говорю, господа, все-таки давайте здравый смысл чаще включать. А так как у нас-то еще много факторов, которые солнце, оказывается, было сегодня не просто жаркое, а еще плюс радиоактивная активность. Ну, хорошо, давайте все-таки беспокоимся о себе. Поэтому совместно с Никитой Александровичем, которого представляю уже как следующего выступающего, была создана программа, которая позволяет вам, в принципе, видеть, что происходит у вас в бизнесе. Это самое главное и очень важное, чем заниматься. Потому что когда вы создали достаточно денег, когда вы знаете, что у вас происходит, так и быть, вот, подарю вторую формулу для того, чтобы было о чем поговорить в следующий раз. Вторая формула бизнеса, заметьте, их всего лишь две. Все остальное – это производные, это актив минус пассив равен собственный капитал. Здесь не бухгалтерские понятия. Активы – это то, что приносит деньги, пассивы – то, что их забирает. Собственный капитал – это насколько вы богаты. Поэтому я желаю вам быть богатыми. А для того, чтобы вы узнали, как это сделать, как это посчитать, где вы находитесь, потому что парадоксальная ситуация, основная масса белорусского бизнеса, управляет бизнесом, это как автомобиль, у которого грязное стекло, и в зеркало заднего вида смотрят, от чего, куда они едут. Поэтому чаще всего они недалеко едут, потом вызывают техническую службу, мне говорят, мы почему-то впендюрились. Я говорю, так ездите уже лучше задние передачи, тогда хотя бы, ну, хоть что-то вы будете видеть, как щелки у танка. А нет, давайте мы для начала помоем стекло. Так вот, помойщик стекла, прошу прощения, который предлагает хорошее средство для того, чтобы вы видели свой бизнес, притом это объективно, а не от вашего желания и от моих рассказов, это Никита Александрович Вельбанский, программа «Коучопинг», и спасибо вам за внимание.